приятно было познакомиться с людьми и принять участие в торжественном событии, редком для Паланы. Это регистрация рождения двойни в семье Алексея и Гульнары. Родилась сразу пара девчонок. Для них это огромное событие, потому что в основном женщины с двумя и более детьми направляют на прохождение вот процедур приема керодов в роддомы Петропавловска-Камчатского и Елизовский родильный дом. Поэтому последний раз в Палане двойняшки были зарегистрированы в 2015 и 2016 годах. И это тоже были девчонки.